Приветствую вас, друзья, на канале Даниила и Ларисы. Сегодня мы вам расскажем и покажем, как быстро и просто приготовить майонез в домашних условиях. Как оказалось, наши производители, как украинские, так, я думаю, и в других странах СНГ, для приготовления майонеза используют невероятную кучу химии. Они умудряются в такой простой продукт впихнуть кучу ешек, консервантов и всякой другой неприродной совершенно для майонеза фигни. Поэтому, несколько раз прочитав упаковки на майонезе, мы начали готовить его сами. На самом деле, друзья, этот процесс очень быстрый и занимает около 1,5–2 минут, как вы сейчас убедитесь. Для приготовления майонеза вам понадобятся следующие ингредиенты. Одно куриное яйцо, подсолнечное масло 150 грамм, можно пополам с оливковым. 1 чайная ложка горчицы, 1 столовая ложка лимонного сока, половинка чайной ложки сахара и половинка чайной ложки соли. Итак, друзья, начнем готовить. Готовить майонез мы все ингредиенты помещаем в подготовленную заранее баночку. Выливаем туда яичко, выкладываем горчичку, лимонный сок, пол чайной ложечки сахара, пол чайной ложечки соли и подсолнечное масло. Теперь, друзья, берем погружной блендер, и небольшой секрет: блендером надо накрыть именно яичный желток, и начинаем взбивать. Ну вот, друзья, наш майонез готов. Заняло само взбивание майонеза у нас не больше 30-40 секунд. Должен заметить, почему майонез лучше всего взбивать не в контейнере от блендера или в какой-то другой посуде, а именно в баночке. Все очень просто. Его потом в этой баночке очень легко и просто хранить. Вы его закрыли крышечкой и ставите в холодильник. Естественно, такой майонез хранится не как консервированный. Он не может стоять у вас в холодильнике месяц или два. А сколько, Лариса, он может храниться? Вот, но поэтому его не стоит готовить очень большими порциями. Но этот майонез, значит, это настоящий прованский майонез. Он в сотни раз вкуснее той субстанции, которую вы можете купить в магазине. На самом деле майонез очень классный и потрясающий. Пробуйте, друзья, пишите свои отзывы, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. На этом рецепт майонеза мы будем заканчивать, и, естественно, мы будем, друзья, снимать для вас новые видео. Пока!